В СМИ появилась информация о разводе внука примадонны и модели Алены Красновой. Пара заключила брак 7 лет назад. А до этого они встречались на протяжении нескольких лет. Причины расставания не были озвучены. Однако общественность уже начала строить предположение, что их разлад связан с совместным пребыванием в США. Сообщается, что Алена на данный момент возвращается в Россию, в то время как Пресняков продолжает развивать свою карьеру в Америке. Сведения о разводе, похоже, дошли даже до внука Аллы Борисовны. Никита прокомментировал ситуацию, заявив: «Мы не расставались, мы невероятно любим друг друга. Все замечательно. Не понимаю, откуда взялись эти слухи», – высказался артист. Он отметил, что вокруг него всегда возникали странные разговоры и сплетни, из которых 99% оказываются ложными. Никита призвал своих фанатов игнорировать подобные новости и напрямую задавать ему вопросы. Стоит добавить, что сейчас внук Примадонны активно работает за границей, занимаясь режиссурой клипов для различных исполнителей.